12 минут на партию. В Кирове прошел городской турнир по быстрым шахматам. В нем приняли участие как ветераны, так и совсем еще молодые шахматисты. Всего 42 участника. У каждого игрока есть ограниченное время на партию. Это добавляет им азарт, рассказывают шахматисты. А еще такие быстрые игры экономят время. За несколько часов можно провести 11 туров. Здесь нет разделения по возрасту и неважно, кто играет, мужчина или женщина. Потому что, по словам организаторов, в шахматах главное – это интеллект. Турнир проходит по швейцарской так называемой системе, где после каждого тура проводится жеребьевка и создаются группы, в которых примерно равное число очков. И таким образом мы в течение 11 туров проведем такой турнир.